Ой, девочки, мальчики, ой, девочки, мальчики. Давайте сегодня мы вот такую попробуем еще. Вот у меня этот, как это называется? Ужин. Ой, да. 6 часов это же ужин? Или не ужин? Или завтрак? Хай бог милый. Сейчас мы это. А чего, Маня? А чего? Кто ты хочешь кусать? Кстати, чашечка вот такая красивенькая, да. Красота. Сейчас мы полетим, девочки, мальчики. Я люблю такую кашку. Милая моя вкуснятина. Сейчас, подождите. Запарится из пятерочки. Ну что, девочки, мальчики, нормально кашка. Сейчас мы будем кушать с вами. Сахарочку добавлю. Я люблю такую кашку. А вы любите такую кашку? Ребятки-акробатки. Не знаю. Я вот пятерочки всегда покупаю. Ну, конечно, там можно геркулес купить. Он подешевший. Ну, и это тоже для первого раза-то. Ну, я очень люблю. Вот так поутру, вот так вот. Ну, если нет ничего из еды. А вот такая вот кашка. И для желудка полезно. Ну, для желудка можно без сахара, конечно. Вот так вот. Ой. Кстати, у меня чаечек вот. Чай сегодня. Вечером все. Житья моя. Ну, вкусненько. Еда это хорошо, когда человек, знаете, если человек даже болеет, еду тоже есть надо. Хочешь, не хочешь, надо есть. Так что, девочки, мальчики, кушайте. В каком состоянии бы вы ни были, надо есть. Поняли? Поправляться надо всегда, девочки, мальчики, неважно. Теперь чай попьем. Ой. Люблю я вас всех. Кстати, очень сахаром, да? А ладно, без сахара. Итак, короче, всем хорошего настроения, добра и позитива вам.